що, доброго ранку, друзі! Від сьогодні, як ви бачите, ми починаємо тренування на вулиці, бо вже весна, вже потеплішало і можемо займатися на вулиці, на майданчиках. Шукайте собі зручне місце і давайте повторювати за нами. До того ж, сьогодні займатися мені допомагає тренер, персональний тренер, дієтолог, також майстер спорту із бодібілдингу України Олександр Монтян. Доброго ранку вам! І так, сьогодні ми проведемо таку легку тренування для новичков. Когда мы проснулись утром, первым делом мы должны выпить стакан теплой воды и начать делать разминочку, да? Так. Начинаем быструю разминку, вращаем шею, делаем по 10 раз в одну сторону, в другую сторону. Затем переходим на плечи, также все по 10 раз, плавно, не спеша, мы просыпаемся. Поспешаем, да, все, дышим спокойно. Затем делаем вращение тазом, также по 10 раз. В другую сторону 10 раз, немножко потянулись вверх, да, потянулись в сторону, да, наклонились вперед, растянулись, вдох, поднялись вверх, выдох, да, вот. Принимаем упор лежа, попу опускаем вниз, да, опускаемся вниз, делаем вдох, наверх, выдох, да, вдох, выдох. Для новичков я рекомендую делать так, потому что тем, кто не готов к нагрузке, лучше начинать с чего-то маленького, то есть с коленей, да, например. Опускаемся, делаем вдох, всегда усилие на выдохе. Делаем раз 10, можно 8, можно 5, кто как, у кого как получается. Отлично, достаточно. И вот так мы выполняем отжимания 3 подхода по 5, 8, 10 раз. Ну, где-то, я не знаю. Я думаю, 3 подхода будет достаточно. Затем, да, когда мы проснулись, напоминаю, мы отдыхаем между подходами, где-то минутку, мы начинаем делать приседания. Обычные приседания. Ноги на ширине плеч, руки вперед, грудь вперед, попа уходит назад, делаем вниз вдох, вверх выдох, да. Упор у нас идет на пяточки, отводится таз назад и спинка держится ровно. Вот. Также выполняем 10-15 повторений, но тем, кто вот не может анатомически или просто физически сил не хватает, можно выполнять это упражнение либо с партнером, либо за что-то держаться перед собой. Мы сейчас продемонстрируем. Вот, например, представим, что я какой-то столб, да? Угу. Вот. Держимся руками за него, отводим таз назад. И да, и приседаем. Коленки уходят в сторону. Смелее, смелее назад. Вот, да. Вниз мы делаем вдох, вверх выдох. Уводим хорошо попу назад. Чем больше отведем мы ягодички свои назад, тем больше они включатся. И упор, напоминаю, на пятки, не на носочки. Потому что если мы будем наклоняться вперед и делать упор на носки, то у нас будут сильно напрягаться коленные суставы, что нам не нужно. Так, далее. Мы сделаем упражнение с резинкой на спину. Резина продается в любом магазине спортивном, поэтому купите, не пожалеете. Берем ручки, ага, берем ручки, да. Можно обмотать ее просто об столб где-то. И можно держать, помогать партнеру. Становимся. Вот, руки вытягиваем вперед. Да, уводим плечи назад, соединяем лопатки, делаем выдох. Да, вдох, выдох. Вдох, выдох. Выполняем 15-20 раз. Это упражнение укрепит мышцы спины. Особенно полезно тем, у кого есть проблемы с ней. То есть нагрузка тут небольшая, но в тонус мышцы приведет. Обязательно дышим, вдох, когда отдаем руки, и выдох на усилии. Да, вдох, выдох. Выполняем 15-20 повторений. Отлично. И заключаем нашу тренировку упражнением на пресс. На спинку, да. Вот, ноги можно держать, партнер. Если нет, то где-то их просто зацепить. Делаем вдох и на выдох просто скручиваемся. Да, сильно не встаем. Вдох и просто скрутились. Выдох, все. Вдох, выдох. Как гармошка, да. Все напряжение идет вот здесь. То есть мы просто напрягаем пресс за счет скручивания. Нам не нужно подниматься сильно вверх. Нам не нужно вставать полностью, потому что будет нагрузка на поясницу. Вы просто делаете движение назад и с выдохом скручиваетесь. Выполняем 15, 20, 25 раз. Также 3 подхода. Все упражнения мы делаем по 3 подхода. И вот такая тренировка позволит вам проснуться, привести себя немножко в тонус,
Ну і чувствує себе краще. Нагадую, Олександр Мунтян сьогодні персональний тренер, дієтолог, майстер спорту з бодібілдингу України. Допомагав сьогодні нам прокидатися зранку і робити свій настрій бадьорим, енергійним і здоровим. Тож повторюйте за нами.